Вениамин Ильин уже 11 лет играет на фортепиано. Музыкой стал заниматься благодаря родителям. Часто слышал игру мамы-пианистки. Понравилось и захотел сам воспроизводить музыку великих композиторов. Для меня сложная самая вещь была и есть экспромт Шопена. Вот, ну, он сейчас уже лучше звучит, но ну, тяжелее всего давался мне. Произведение высокого уровня. Ну, над ним надо больше работать, чем над остальными. Ну и вообще, каждое произведение требует большой работы, но это особенное. Лауреатом конкурса молодых дарований, признается, стал неожиданно. Путь к успеху был длинным. Началось все 2 года назад. Был в крае проведен у нас конкурс. От школы были представлены лучшие дети. Вот Вениамин прошел этот конкурс. И в крае потом был отбор на представление в Москву. Этот конкурс шел в несколько туров, куда, получается, отсылали фильм, где были собраны просто очень много разных моих выступлений там, с разными произведениями. Это все отсылалось в Москву. И там уже был отбор, и отобрали, я поехала в Москву, и там было награждение. В столице молодой человек получил диплом из рук оперной певицы Любови Казарновской. Чествование победителей проходило на сцене концертного зала Российской академии музыки имени Гнесиных, после чего отправились на награждение других номинаций в Большой театр. После этой поездки Вениамину прислали приглашение на участие в международном конкурсе «Мы вместе 2014». Оргкомитет оплатил участнику расходы на поездку. Сейчас Вениамин усердно готовится с педагогом. Фестиваль пройдет в Москве с 27 ноября по 1 декабря. Кстати, это не первый опыт юного пианиста в международных конкурсах. Вениамин Ильин выступал на сценах Испании, Италии и Франции. В 2013 году стал обладателем гран-при конкурса «Франция. Звезды Парижа». Екатерина Рехтина, Игорь Антонов, Телемикс.